Карантин показал, для того чтобы снимать качественные креативные видео, не обязательно задействовать большую команду и профессиональное оборудование. Муд-видео на трек «Мистер и Миссис Смит» снято в новейшем жанре Screen Life. Вся история разворачивается только на экранах гаджетов и рекомендована к просмотру в вертикальном режиме. Задача – снять видео, не нарушая правил самоизоляции. Съемочная команда совершает чудо. Инновационные приемы монтажа, динамика и замысловатые TikTok-связки. Сюжет – история появления дуэта «Мистер и Миссис Смит». В видео включены скриншоты реальной переписки Егора и Нюши. Зрители увидят ее в самом начале клипа. Магия формат трансформирует артистов из ТВ-идолов в реальных людей и создает у зрителя максимальное ощущение присутствия. Нюша, в этом видео очень много пасхалок, каждая деталь важна. Все подписи, хэштеги не просто так.